Любовь к музыке Максим Трифонов питает с детства. Признается, готов петь всегда и везде. Но концерты случаются не так часто, как хотелось бы. На них артист отдается публике на все 100. В репертуаре Максима песни о любви к родине, семье и дружбе. Наверное, с самого детства я этим горю, я это дело никогда не оставлю. Мне сейчас будет немножечко стыдно. Я не знаю свои языки, вот я не могу на них разговаривать. Но мне очень легко запоминаются слова. То есть, допустим, я сам Ардвин Чувашин. Если мне песня понравилась, она для меня легко запоминается. Произношение в любом случае я где-то когда-то слышал. То есть это получается. Татьяна Кудапина помнит, как Максим Трифонов, еще будучи 5-летним мальчиком, рвался на сцену. Тогда женщина и не подозревала, что рядом растет будущая звезда. Сейчас радуется успехам Максима и не пропускает ни одного его выступления. Песни про бабушек, про мам, про деревню, все это наше исконное, все это родное, затрагивает душу, понимаете? Где-то слезы наворачиваются, где-то хочется танцевать, и где-то хочется петь вместе с ним. Патриотический концерт «Мы вместе», который прошел в Самаре в Доме дружбы народов, был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. Вспоминали не только тех, кто погиб на полях сражений, но и солдат, которые сейчас служат в зоне специальной военной операции. Вот в такой сегодняшней ситуации мы не падаем духом, мы продолжаем жить и делаем все для того, чтобы между нами был мир, между нами было согласие. И смотрели в будущее спокойно и с убеждением, что вот мы в России, вот наш дом, и здесь будет все хорошо. В этот вечер не забыли и о народных традициях. Заслуженная артистка России Людмила Дюдяева – уроженка Мордовии. В Самару переехала, когда познакомилась с волжанином и вышла за него замуж. Сегодня Людмила исполнила песню про баню. Уверена, для русского человека это не просто место, где можно помыться. Скорее, некий символ чистоты русской души. Про удаль нашу, и что разгулялась Волга-матушка-река, и что у нас все любят и петь, и родину свою любят. В зале были представители разных национальностей. Многие из них собирают гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в СВО. Продукты питания, маскировочные сети и теплую одежду. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.